Я желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Сегодня мы, значит, заряжаем батарейку через, значит, систему гибрид. Пробуем. Вот, значит, ток она не потребляет. От этого выпрямителя подается, значит, провод. Вон лампочка, видите, светодиодная, и светит на эту панельку. Но это я вчера показывал. Сейчас тут в чем вопрос, к чему этот ролик? То, что вам показать, что выход всегда больше входа. Вот смотрите, значит, на счетчике вы видите 0, но это рептилоидам не доказательство счетчика. А вот электронная. Включаем. Показывает до 1/100 ампера. Вот смотрите. Видите, 0. 0. А смотрите, что здесь. 0,60. Видите? Почти 2. 2 ампера. То есть на выпрямителе 2 ампера, потому что лампочка отдает ток назад, и он задержится на этих катушках. Поэтому счетчик не сматывается. То есть ток от лампочки. Лампочка берет мало, а ток идет. И этот весь ток здесь. То есть здесь 2 ампера, а здесь 0 везде. И на счетчике 0. То есть это доказывает, что... Что доказывает, что... Выход почти всегда больше входа. Прямое доказательство. Спасибо за внимание. Значит, завтра еще покажу, как вот эту батарейку зарядил. Посмотрим. От такой лампочки, как говорится, от инерциоида бестопливного. Тут видно, что бестопливный. И посмотрим, ну это завтра пока зарядится, потом я включу проверить на вот этом, на этой лампе. А пока спасибо за внимание. С Новым годом поздравляю всех, желаю крепкого здоровья и исполнения всех желаний.